вас приветствую. Приехала моя доченька и хочет приготовить, как называется, Оля? Паста с морепродуктами. Паста с морепродуктами по Маланезийски? Баланезийски. Паста с морепродуктами по Баланезийски. Из продуктов нам понадобятся морепродукты, спагетти, немножко зеленой петрушки, лучок и помидорки с чесночком. Для начала мы обжариваем лук с чесночком, дорогие друзья, и ставим воду в кастрюлю. Затем отправляем помидорки. Лук и чесночок обжаренные. Промешиваем наши помидорки с лучком и с чесночком. Ну, вообще должны быть черри помидорки, но в Челябинске в магазинах их нет. Ну, то есть, вы слышали, должны быть здесь черри, но в Челябинске нет в магазине помидоры черри. Вот так начинает обжариваться. Значит, еще, дорогие мои друзья, с помидор необходимо снять кожуру. Да, да. Но мы это сделали, ну вот. Да, и еще красный. Мы это сделали после обжарки, она легко снялась эта шкурочка от помидор. Да. И еще что, Оля? Надо красный перец острый добавить, но у нас опять же его нет в магазине, поэтому я добавила вот специи красный перец. Но вообще лучше красный маленький, вот который острый, натуральный. А, понятно. Если есть. Но у нас там есть острые чили. Где? В холодильнике. Вычищенные от кожуры помидоры, протушенные уже на сковородке, мы запускаем наши морепродукты и продолжаем процесс. Если вы любите, вы можете добавить еще кинзы. Необходимо нарезать петрушку. Ну вот процесс тут вовсю, как говорится, идет. Все, мы уже тут обжарили. Здесь помидоры, чесночок, лук и морепродукты. Все доходит до кондиции. А тем временем вода наша закипела, и мы запускаем спагетти. Ну вот, дорогие друзья, значит, мы накрыли крышкой наши морепродукты, и они здесь благополучно доходят до готовности. И что, Оля, тем временем со спагетти? Да. Спагетти мы довариваем не до конца, то есть им еще нужно минутки 3 повариться. Вот. То есть мы их сварили не до конца. Да, это супер альденте, то есть они такие сыроватые. Потому что они уже сейчас соусе, мы их помешаем, и они уже тут приготовятся. А так это они будут сильно разваристые. Ага, ну все понятно. То есть чуть-чуть альденте, да? Запускаем. Супер альденте, не чуть-чуть. А супер даже. Вот, то есть и все, и вот так мы сейчас их перемешиваем. Так, и это уже у нас здесь все. Ну все, дорогие мои друзья, наша паста практически готова. И осталось последний штрих — запустить в нее петрушку. Выключаем газ, перемешиваем это все. И вот такая красота получается. Ну вот, дорогие мои друзья, получилось вот такое красивое, аппетитное, очень вкусное блюдо. Называется... Так, сейчас вспомню, потому что готовила доченька. Морепродукты по-баланезийски. Паста с морепродуктами по-баланезийски. Слава Богу, что вспомнила. Ну, очень вкусно. Я присыпала маленько еще... тертым сыром. Всего доброго, готовьте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал. Дорогие мои, люблю вас!